Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, двукратный олимпийский чемпион, председатель Совета директоров континентальной хоккейной лиги, президент хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов посетил с рабочим визитом Ленинский район. Первым объектом посещения стал дворец спорта «Видное», где тренируется баскетбольный клуб «Спарта» и компания. Также легендарный спортсмен встретился с основным составом сборной России по мотоболу, спортсменами команды «Металлург», которые являются многократными чемпионами Европы. Четвертого апреля глава района Олег Хромов провел очередной прием граждан по личным вопросам. Вопросы, с которыми к руководителю муниципалитета в этот день обращались жители, касались улучшения жилищных условий, реализации программы по переселению из ветхого фонда, благоустройства территорий, водоснабжения и газификации отдельных населенных пунктов, выделения земельных участков. Также были рассмотрены различные общественные инициативы. Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» в 2016 году начался на месяц раньше, чем обычно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. В этом году число победителей увеличится до 3000 человек. «У нас сформировалось достаточно активное гражданское общество», написал глава региона на своей странице в социальной сети Instagram. Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов сообщил, что общая площадь капитального ремонта муниципальных дорог Ленинского района на 2016 год составит более 67 тысяч квадратных метров. В первоочередной перечень вошли проблемные участки районного центра и сельских поселений. Сезонно-ямочный ремонт в марте-апреле составит около 3000 квадратных метров.